решение результативной части имени Российской Федерации 13-2020 года Ушки равно суд город Сарат состав представитель декан Рашкин пресс-секретарь Тарагашева рассмотрев отрудим судебное состояние административного дела по административному суду товарищ собственник недвижимости коттеджный поселок Зеленый Давлин комитет управления имущества города Сарат администрация муниципального образования города Сарат признание закона распоряжение председателя комитета управления имущества администрации муниципального образования города Сарат номер 1333-Р основе самовольной постройки от 25.11.2019 года руководство статьями 175-180 КАС РФ суд решил удовлетворение исковых требований товарищ собственник недвижимости коттеджный поселок Зеленый Давлин комитет управления имуществом города Сарат администрация муниципального образования города Сарат по признанию незаконного распоряжения председателя комитета управления имуществом администрации муниципального образования города Сарат номер 1033-Р основе самовольной постройки от 25.11.2019 года отказать. Решение может быть обжаловано Саратовской областной суд через Волжский районный суд города Сарат в течение месяца дня принятия решения в окончательной форме. В сторону можете получить решение 21-го, ознакомиться с его содержанием. Также стороны могут ознакомиться с протоколом судебного заседания, аудиозаписи, принести на них свои замечания. Вот, судебное заседание закрыто. Документы можно? Да, конечно.